Он был просто садовником, посадивший мои любимые цветы, белые розы. Он был волшебник, подаривший всему миру надежду и нить доброты, заключенный в одном синеглазом мальчишке. Он все время был где-то рядом, по жизни со мной, даря слезы и радость своими песнями. Он был в своих песнях, которыми мы жили. А они жили в нас своей чистотой и целительным родником, каждый раз помогая нам находить веру в себя, веру добра в окружающем мире. Он всегда учил читать между строк своими песнями, видеть во всем то, что нельзя увидеть. Он научил нас слушать не слухом, а душой. Он просто был, есть и будет замечательным человеком, принесшим добро в этот мир с чистотой хрупких белых зимних цветов. Он имеет очень широкую, распахнутую душу для всех. Он всегда очень искренен и всегда бескорыстен. В своих взглядах и по отношению к другим он не любит много говорить. За него говорит все его душа. Его натуру узнать невозможно, только почувствовать. Его натура в его творчестве, его музыке, его песнях. Его отношение ко всем одинаково, неподдельная доброта. Его все время окутывает аура загадочности. Когда кажется, что все знаешь в нем и о нем, и в следующий момент узнаешь, что узнать его до конца так и невозможно. Он просто человек. Человек с большой буквы. Сергей Кузнецов.